Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции урока «Следующая точка ВЦ-17. Танчжунь». Пожалуйста, внимательно. Является точкой сосредоточения защитной энергии кожных каналов сердца, перикарда и легких, трех иньских каналов, которые простираются по верхним конечностям. То есть вывод какой? Если в этой точке сосредотачивается защитная энергия кожных каналов сердца, легких и перикарда, то в случае заболевания по ходу этих каналов, кожных заболеваний, сыпи, расстройства, псориаз и так далее, тому подобное, синяки, вот, и не только, покраснение, вот, зуд, все различные дерматозы, и не только, то мы можем обратиться в помощь данной точке. Данная точка поможет, что как бы эту сосредоточенную энергию направить в то русло, в которое, скажем так, что нужно, чтобы энергия пришла в это русло и справилась с теми заболеваниями, которые располагаются по ходу меридианов сердца, перикарда и легких. Пожалуйста, внимательно посмотрите, уважаемые зрители, как проходит меридиан сердца, меридиан перикарда и меридиан легких. Подсказка, они простираются по верхним конечностям. Допустим, можно использовать точку, если сыпь есть в локтевом суставе, во внутренней части. Да, пожалуйста, данную точку ВЦ-17 Танчжунь можно. Либо начинает боли, скажем так, не боли, а высыпание в большом пальце по ходу меридиана легких. Можно? Можно. Ладонь начинает, скажем так, высыпание непонятное, так, заболевание кожных по ходу меридиана перикарда. Можно работать с данной точкой? Да, можно. По ходу меридиана сердца начинается высыпание, зуд и так далее и тому подобное. Можно работать с данной точкой? Да, можно. При условии. Одно условие есть, уважаемые зрители. Диагностика 12 меридианов нам помощь. Почему? Потому что она именно покажет, как, скажем так, эта энергия себя проявляет. Либо избыточность в этих меридианах, меридианах легких, перикарда и сердца, либо недостаточность в этих меридианах трех породила данное заболевание. Либо это заболевание вошло в человека. И через данную точку мы можем укрепить. Как? Если меридиан перикард, сердце и легкие слабые, данная точка тонизируется, вследствие чего призывается защитная энергия, и что укрепляется этих три меридиана. То же самое, если три меридиана воспаленных, перикарда, легких и сердца, то данная точка рассеивается, что тем самым выпускается та энергия, которая и порождает избыточностью те или иные заболевания по ходу всех этих меридианов. Спасибо за внимание.